Это программа «Дело вкуса» с настоящим Дедом Морозом и целыми самками «Снегурчик». Специально для «Дела вкуса». Смотрите «Дело вкуса». Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит телеканал «Симон». С вами Вадим Беспалов и Дмитрий Белоконь. И так как настроение у нас сегодня новогоднее, то и передача будет тоже на новогодние темы. И даже архив нашей передачи будет тоже новогодний. В эфире по-прежнему программа «Дело вкуса». И у меня к вам есть один вопрос. Какое, на ваш взгляд, бывает самое новогоднее блюдо, кроме оливье? Я, например, никогда над этим не задумывался. Давайте вместе с вами посмотрим наш следующий сюжет. И, может быть, узнаем что-нибудь новенькое. На ваш взгляд, какое самое новогоднее блюдо? Оливье, думаю. Оливье. Ну, наверное, оливье. Оливье. Салат оливье. 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 Салат оливье. Так все-таки, что же можно приготовить на Новый год оригинальней, чем оливье? Вы знаете, я сторонник не оригинальных вещей, а традиционных. Мне кажется, все-таки на столе должна быть птица. И украшать стол, ну, целое, запеченное. Или хорошо приготовленное мясо. Птица какая? Одинокий голубь? Можно в паре. Курица, утка, гусь, индейка. Кролик тоже будет неплохо. Но это же не птица. Да, кролик не птица, но тоже человек. Но пригодится. Очень здорово выглядит. Такой с ногами, с руками. Вообще кто вы? Я? Я еврей вообще. Серьезно, а что? Зайцы евреи? Да, бывают зайцы евреи. Ну вот, пожалуйста, бывают зайцы из Полтавы. Заяц — это как бы, это состояние души, это даже не профессия, это просто, ну вот, видение мира, то есть какое-то мироощущение. Поэтому, на самом деле, зайцы могут быть самые разнообразные национальности, вероисповедания. Вот, и у нас вот, например, в нашей организации «Зайцы мира», она переводится как «Зайпис», вот, там присутствуют зайцы самых разнообразных религий, цвета шкурки. И так далее. А почему так не актуально в год кролика и зайца, а? Это же родственные. Уши одни, лапы одни, хвосты одни. Да, кролик не птица, но тоже человек. Но пригодится. Очень здорово выглядит. Такой с ногами, с руками. В год кролика. Может. Да, действительно. Актуально, правда? Да. Мы когда-то в год зайца ели зайцев. И год был удачный, да. Так что кролик... А где взяли-то зайца, а? Охотники принесли. Охотники? Какое дело, с дробью, кошмар. Особенности национальной охоты, да? Оттуда? Где-то так, да. Чем можно, как-то говорят, фаршировать кролика? Лучше луком. Пару килограмм. Много-много лука. Очень. Серьезно? Серьезно. Где-то кролик, где-то 5-4 килограмма, еще стоит 12-17 рублей. А тогда стоил кролик 6-7 килограмм, в 60-х годах он стоил 4-5 рублей. Кролики вымерли? Нет, кролики, наверное, живые, но нельзя ничего купить. Боже мой, что же делать? Морковка есть? Я думаю, да, но немножко. Хватит. Немножко трем морковки. А есть у нас чеснок? Полно, чеснока полно. Вот, с постным маслом и с чесночком. Какое-то оригинальное название у этого блюда есть? Просто салат. Да. Что делаем? Ем капусту. А где нарубил-то? Из лесу, видимо. Там до хрена ее. До морковки. Прошлогодний. Ну, конечно, зимой морковку не копают. Только картошку. Морковку тоже копают лапками. Хочешь? Витамины, они в Африке витамины. Витамины? Витамины, они в Африке витамины. Витамины? Витамины, они в Африке витамины. Не, кролики, наверное, живые, но нельзя ничего купить. Хорошо, салат есть, что еще, чай, да? Ну, кроме водки, естественно. Газа. Газа нет, да?
цвета нет, даже кипятильником не воспользуетесь. То есть только минеральная вода. Водочкой, думаю. Так вот, уж нельзя в чистом виде. О, это советы профессионала. Прислушаемся. А в каком виде можно водку? В чистом виде можно только пить коньяк. Все остальное нужно пить в разбавленном виде. Ни в коем случае не использовать газированную воду. Почему? Алкогольное опьянение наступает гораздо быстрее, и выводится алкоголь из организма тяжелее. Кушаем роганское пивко, хорошее такое, вот, украинское, светлое. Это как бы взгляд в вечность. Любимое блюдо Деда Мороза. На Новый год, кстати. Я понимаю, все думают, что у меня мороженое, да, больше я ничего не ем, кроме мороженого. Нет, ну, не знаю, там, говорят, бальзамы вечной молодости люблю. Но это что там, рюмочку пропустить, допустим, эта девушка тоже любит, и это хорошо вечером. Знаете, когда уже все окончилось, боже, слава богу, еще один день, или прожит, слава богу. Это «Дело вкуса», Дмитрий Белоконь с «Белого коня». Но! Ну вот, пожалуй, и все. С вами были Дмитрий Белоконь и Вадим Беспалов. Подошло к концу время нашей программы. Закончился и 98-й год. Я вам хочу пожелать в новом 99-м году самое популярное пожелание, чтобы у вас все было и ничего за это не было, а также чтобы новый 2000-й год вы, как и сейчас, встречали вместе с нами. Хотя это тоже дело вкуса. Дело хорошего вкуса. Hey!